Всем привет! Ну, на самом деле, вопрос-то является со смыслом жизни, что ли, да, или с условием для твоего развития. Вообще, когда у тебя появляется борьба за жизнь, тогда и появляется смысл жизни, да? Как там говорится, легко работать, когда нужно платить по счетам. Вот я стою перед вами, вы знаете, когда начал делать этот бизнес, у меня были такие длинные волосы, борода, как у Сёка и Сахара, я был полон цинизма и негатива. И жил ниже плинтуса. И я понимаю прекрасно, что это был мой период, за который я заплатил цену, и оказался перед выбором, как мне дальше жить. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что как-то мы хотели бы более презентабельных условий, ну, послушайте, я начинал делать этот бизнес на съемной квартире без мебели. У меня даже не было платяного шкафа, где хранилась бы одежда. И я прибил один гвоздь косяку двери, а другой к оконной раме. Натянул веревку и повесил туда свою жизнь, свои три пиджака, которые у меня были. А книжки, которые я покупал на последние студенческие деньги, которые я перевозил из города в город, которые накапливал, сложил аккуратно в уголок. Вот это был мой старт в этом бизнесе. И из этого старта, из состояния жизни в квартире, которая даже не имела мебели, первые ночи я вообще начинал, уж извините, не плачьте, пожалуйста. Я даже спал не на матрасе, а на одеяле. Вот это было мое начало прихода в этот вид индустрии. Вот это правда про человека, который вы сейчас видите. Видите, я подстригся, побрился и как-то изменился. Я точно уверен, помолодел. Так вот, ситуация такова. Когда вы ищете стены, а вы должны понимать, что не стены красят человека, да? Вы должны понимать, что не стены являются доказательством того, насколько это успешно. Хотя, конечно, они важны. Самое главное, что внутри тебя происходит, какую картинку ты видишь. И когда мы начинали делать этот бизнес, я помню, свои первые стартовые условия были очень непрезентабельные залы. И стул, на котором я сидел и слушал информацию про этот бизнес, у меня было ощущение, что я провалюсь сквозь вот эту деревянную сидушечку этого, скажем так, старенького стула. Но все изменилось. И поменялись стулья, поменялись аудитории, поменялись картинки, поменялся внешний вид этого бизнеса. Поэтому не оценивайте бизнес по картинке, а оценивайте то, какую картинку вы хотите создать. Вот это мой вам профессиональный такой человеческий совет. Присмотритесь к проекту изнутри, а не с точки зрения того, как он украшен снаружи, да? Потому что потом эту красоту вы уже создадите с помощью своих финансовых возможностей, с помощью качества жизни. И тогда вы уже начнете и путешествовать, и наслаждаться другим уровнем жизни. И самое главное, я считаю, самое главное, вы сумеете не потерять этот уникальный шанс, который сегодня вы держите в своих руках. Знаете, это как перо жар-птицы. Поэтому дорогу осилит идущий, смотрите правильно, постарайтесь видеть суть, и тогда вы не потеряете время для своего успеха. Все, пока-пока.